Сейчас я нахожусь около Северного речного вокзала. Здесь около 3 утра сегодня загорелся теплоход, который был пришвартован справа от этого вокзала. Практически моментально вспыхнули 3 палубы судна, которое последнее время работало как гостиница. По сведениям спасательных, на борту находились около 15 человек пассажиров и около 15 членов экипажа. К счастью, всех их удалось эвакуировать, но судя по тому, что продолжают к месту подтягиваться спасатели, пожарные и скорая помощь, пострадавших и, возможно, погибших может быть больше. Буквально час назад привезли специальную лестницу к теплоходу. С ее помощью можно будет сверху тушить огонь. Мы будем следить за развитием событий. «Комсомольская правда».